Добрый вечер. Эфир азербайджанского телевидения продолжают новости. В студии Сара Гамзаева. О главном прямо сейчас. Сегодня во дворце Гюлистан состоялась церемония закладки фундамента ветряной электростанции Хызы-Абширон мощностью 240 мегаватт, которая будет построена в Азербайджане компанией «Аквапауэр» Королевства Саудовской Аравии. В церемонии принял участие президент Ильхам Алиев. Президент Ильхам Алиев поздравил наш народ с закладкой фундамента ветряной электростанции, которая будет построена в Азербайджане. Сообщил, что она внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности нашей страны. Создание этой станции еще раз показывает, что азербайджанское государство придает очень большое значение производству видов возобновляемой энергии, сказал президент Ильхам Алиев, отметил, что проект будет реализовывать компания из Саудовской Аравии, в то же время крупнейшая в мире энергетическая компания «Аквапауэр». Станция с производственной мощностью 240 мегаватт станет крупнейшей в стране в области возобновляемых источников энергии. Кроме того, это будет способствовать созданию новых рабочих мест, экономии природного газа, снижению негативного воздействия на окружающую среду. Отметив, что между нашими странами существуют тесные дружеские и братские связи, глава государства с большим удовлетворением вспомнил свои визиты в королевство Саудовской Аравии, встречи с его величеством королем, подчеркнул, что наш народ высоко ценит поддержку Саудовской Аравии и Азербайджана в период оккупации. Потому что эта страна не установила дипломатические отношения с Арменией из-за оккупации, и это было проявлением оказанной нашему народу моральной поддержки и братства. Отметив, что энергетическая безопасность нашей страны полностью обеспечена, а растущий с каждым годом экспорт служит энергетической безопасности и других стран, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что производство возобновляемых видов энергии является одной из главных задач, стоящих на нашей повестке дня. Сказал, что в настоящее время в освобожденных от оккупации регионах также реализуются связанные с этим проекты. Министр энергетики Королевства Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман Аль-Сауд передал президенту Ильхам Алиеву приветствие от служителя двух святынь – Салмана бин Абдулазиза бин Сауда и наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Отметив, что наши страны имеют тесные экономические связи и Саудовская Аравия оказывает поддержку нашей стране, начиная с 1991 года, гость подчеркнул, что вложенные в Азербайджан эти инвестиции в размере 300 миллионов долларов являются самыми крупными инвестициями, вложенными в зарубежье. Yaşıl enerjiyle Azerbaycan'da büyük bir gelecek başlanır. Sağlam mühit, dayanıklı inkişaf onun esas meramıdır. Odlar yurdu, böyle bir geleceği enerji sayesinde keçmiş ve bugünkü naliyetlerinden güç alarak kurur. Затем президент Ильхам Алиев и принц Абдулазиз бин Сальман Аль-Сауд заложили фундамент ветряной электростанции Хызы-Абширон мощностью 240 мегаватт. Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром энергетики Королевства Саудовской Аравии принцем Абдул-Азизом ибн Салманом Аль-Саудом. Господин министр, еще раз добро пожаловать. Я действительно очень рад, что вы нашли время приехать и принять участие в этом важном для нашей страны, нашего партнерства и братских отношений мероприятии. Я хотел бы еще раз попросить вас передать мои наилучшие приветствия Его Величеству Королю и Его Величеству Наследному Принцу. Я помню встречи с руководителями вашей страны и высокое гостеприимство, оказанное мне во время моих многочисленных визитов в братскую Саудовскую Аравию. Как я отметил в выступлении, хотел бы поблагодарить Саудовскую Аравию за постоянную поддержку Азербайджана в годы оккупации. Мы это действительно высоко оцениваем и считаем показателем настоящего братства, солидарности и поддержки. Конечно, наши совместные усилия в международных организациях ООН, Организации исламского сотрудничества по восстановлению справедливости, связанные с оккупацией наших земель, высоко оцениваются азербайджанским народом. Освобождение наших земель от оккупации – это теперь новая возможность для страны, гигантское геополитическое изменение в регионе.
Наша победа во Второй Карабахской войне открывает новые возможности для регионального сотрудничества, включая производство электроэнергии, в частности, в сфере возобновляемой энергии. Я уже говорил о наших планах, потенциале. Считаю, что мы уже можем смотреть в будущее при реализации этого важного инфраструктурного проекта и рассмотреть, как максимально скоординировать наши усилия, используя наш огромный потенциал. Очень рад, что у вас близкие отношения с нашим министром. Он регулярно информирует меня о ваших контактах в формате ОПЕК+, и в сфере двусторонних связей. Я высоко оцениваю то, что мы достигли нашей цели по привлечению инвесторов. И меня лично радует то, что этот инвестор является одной из ведущих мировых компаний в этой сфере и из братской страны. Это очень важно для нас и для нашего дальнейшего сотрудничества. Уверен, что у вас будет больше времени, чтобы посещать нас. Как вы отметили, это ваш первый визит в Азербайджан. Надеюсь, мы часто будем видеть вас. Еще раз добро пожаловать. Министр энергетики Королевства Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз Ибн Салман Аль-Сауд сказал, что рад посещать нашу страну. Подчеркнув, что он и его делегация активно работают в Баку, гость сказал, что взаимное сотрудничество будет и далее расширяться. Абдул-Азиз Ибн Салман Аль-Сауд выразил надежду, что в ближайшее время будет представлен проект соглашения о сотрудничестве, отражающий более широкие связи. Отметив успешное развитие связи, министр энергетики Королевства Саудовской Аравии подчеркнул значение церемонии закладки фундамента ветряной электростанции Хизаб-Широн. С удовлетворением подчеркнул, что наши взгляды на эффективность, возобновляемые источники энергии и другие аспекты совпадают. Наряду с восстановлением и реконструкцией для постконфликтного периода характерно и признание международным сообществом новых реалий в регионе. Встречи в Сочи и Брюсселе показывают, что официальный Баку справляется и с этой миссией. Президент Азербайджана накануне в интервью местным телеканалам остановился на этом и других моментах. Позиция официального Баку как автора сложившихся в регионе после ставшего историей Карабахского конфликта новых реалий абсолютно ясна и конструктивна. Эта позиция основывается на принципах окончательно закрывшейся страницы войны, установления долгосрочного мира и сотрудничества в регионе, укрепления взаимного доверия. Лидер страны и победителя президент Ильхам Алиев открытым текстом в конце прошлого года на двух платформах в Сочи и Брюсселе пригласил Армению к миру. Глава государства вчера в интервью местным телеканалам передал в этом контексте важные сообщения. Наша же политика абсолютно ясна. И в связи с войной, и в связи с состоявшимся урегулированием бывшего Карабахского конфликта, и в связи с будущим. Мы предложили, чтобы обе страны признали территориальную целостность друг друга, чтобы началась работа по делимитации границ, был дан старт процессу открытия, коммуникаций и подписан мирный договор. Настроенные в Армении на реваншизм должны учитывать не только позицию и силу победившего Азербайджана, но и то, что международное сообщество принимает такой, как есть, новую реальность в регионе. Например, позиция Евросоюза, за которого с надеждой цепляется Ереван, была наглядно продемонстрирована на встречах в Брюсселе. Взгляды и риторика других международных организаций полностью совпадают с позицией официального Баку. Сегодня, если взять международные организации, ООН, значит, движение присоединения, ОБСЕ, Евросоюз, СНГ, то реалии полностью приняты. И это и формально мы это видим, и чисто как бы в общении. И более того, что я вот наблюдаю, находясь в контакте со многими руководителям международных структур и главами государств, сейчас мы видим намного большую поддержку нашему правому делу. А для Минской группы ОБСЕ, которую Армения и некоторые воодушевляющие их силы пытаются поддерживать аппаратом искусственного дыхания, не осталось никакой работы, связанной с оставшимся в прошлом Карабахским конфликтом. Таким образом, накануне 30-летнего юбилея бездеятельности посредники, наконец, не слишком утомляя себя, могут отправиться за пенсионными картами. Чем будут заниматься, наверное, сами должны подумать. По-моему, они не могут прийти к согласию между собой. В любом случае, столь низкий уровень их активности нас совершенно не волнует, а может быть и наоборот. В принципе, 30 лет трудового стажа, они на пороге пенсии. Поэтому желаем долгих лет жизни и крепкого здоровья. Пенсия РФСН, да-да-да. Он говорит, он жан салуды. Узун умер, жан салуды.
Наконец, одно из важнейших посланий в интервью президента – Азербайджан готов к любому сценарию. Официальный Баку в первую очередь стремится к реализации мирной повестки дня. Однако предложение о мире и сотрудничестве не будет вечно храниться на столе. И в случае возникновения какой-либо угрозы, Азербайджан ее нейтрализует без всякого колебания. Висал Мятляб, Кемаль Азизгазы, новости АСТВ. Ветроэнергетика является наиболее рентабельным, экологически чистым и неисчерпаемым вариантом производства энергии из других альтернативных источников, таких как солнечная, гидроэнергия, гетеотермальная энергия и биомасса. Строительство ветряных электростанций занимает меньше времени, чем возведение электростанций традиционных. Сегодня в рамках церемонии закладки фундамента ХЗ Апшеронской ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт между Министерством энергетики и компанией «Аквапауэр» Королевство Саудовская Аравия был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области морской ветроэнергетики. На церемонии побывала наш корреспондент Вафа Агабалаева. Использование энергии ветра является одной из наиболее динамично развивающихся областей энергетики. Последние годы в нашей стране ведется серьезная работа в этом направлении. Благоприятными условиями для строительства ветряных электростанций в Азербайджане считаются Баку и Сумгаит, Апшеронские и Хызынские районы. Сегодня был заложен фундамент ХЗ Апшеронской ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт. Это Апшеронский район, поселок Перекюшкюли. Эта местность очень хорошо подходит для постройки ветряных электрических станций. И не случайно, что сегодня было заложено фундамент ветряной электрической станции силой 240 мегаватт. И в скором времени здесь будет построено 12 ветряных турбин. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области морской ветроэнергетики был подписан между Министерством энергетики и компанией «Аквапауэр» Королевства Саудовская Аравия в рамках церемонии закладки фундамента ХЗ Апшеронской ветряной электростанции мощностью 240 мегаваттов. Меморандум предусматривает сотрудничество в определении основных принципов в области ветроэнергетики на море, оценке потенциала и создании условий для выгодного инвестирования в проекты возобновляемой энергетики в Азербайджане. Президент поставил цель перед энергосистемой Азербайджана. К 2030 году 30% наших генерирующих мощностей должны оплачиваться за счет альтернативной энергии. Поэтому в этом направлении предпринимаются конкретные шаги. И реализуемый сегодня проект является первым из них. Конечно, стратегия зеленой энергетики, озвученная президентом в Карабахе, является еще одной работой в этом направлении. Вся эта работа является частью зеленой энергетики в стране. Закладка ветряной электростанции является демонстрацией доверия Азербайджана к нам, и мы гордимся тем, что укрепили наше стратегическое партнерство этим важным достижением. Наше постоянное сотрудничество позволит нам внести свой вклад в энергетический переход в Азербайджане и сыграть активную роль в достижении поставленной президентом Ильхамом Алиевым цели по увеличению доли зеленой энергии в национальном энергетическом комплексе. Руководящие комитеты и рабочие группы будут созданы для руководства и мониторинга деятельности, осуществляемой в рамках меморандума. Инвестиционная стоимость ХЗ Апшеронской ветряной электростанции составляет 300 миллионов долларов. Вафа Агабалаева, Сабир Билалов, Урфан Алиев, Халид Алиев. Новости. Интервью президента Ильхама Алиева телеканалом страны освещены ведущими украинскими и грузинскими информационными агентствами и порталами. Украинские информационные агентства РБК Украина, Интерфакс Украина, Корреспондент.нет, Асмедиа и другие новостные порталы уделили широкое место высказываниям президента Ильхама Алиева во время интервью местным телеканалам. В частности, акцентировано внимание на словах о последней провокации, совершенной вооруженными силами Армении на границе с Азербайджаном в направлении Кельбаджарского района. Со ссылкой на слова главы государства подчеркивается, что Армения совершила очередную военную провокацию против азербайджанских военнослужащих, в результате которой один из них погиб. Украинская пресса коснулась также слов президента Ильхама Алиева о существующем сотрудничестве между Европейским Союзом и Азербайджаном. Ведущие информационные порталы Грузии также широко осветили интервью президента Азербайджана. На информационных порталах aktual.gay, kavkazia.net опубликованы материалы, посвященные высказываниям президента о заботе государства о семьях шахидов и укреплении материально-технической базы вооруженных сил. Приводится цитата победоносного верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. В материалах отмечается, что вооруженные силы Азербайджана будут и дальше укрепляться.
В результате проведенных реформ и проделанной работы Азербайджан станет сильнее, чем во время Второй Карабахской войны. Орхан Гасымлы, Гюляр Хатамова, новости СТВ. На влиятельном авторитетном молдавском портале «Трибуна» опубликована статья об успехах Азербайджана в 2021 году. Читателям предоставлена подробная информация о работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, в частности, открытии Физулинского международного аэропорта «Дороги Победы», восстановлении исторических культурных памятников в Шуше. Подчеркнута также историческая значимость подписанной между Азербайджаном и Турцией Шушинской декларации. В Израиле на иврите увидел свет очередной номер журнала «Ирс», пропагандирующий азербайджанскую культуру и искусство за рубежом. Новый номер журнала посвящен азербайджано-израильской дружбе, мультикультуральным ценностям в Азербайджане и великой победе нашей страны во Второй Карабахской войне. С каждым годом укрепляются крепкие, искренние, стратегические и дружественные отношения между Израилем и Азербайджаном. У этой дружбы прочные исторические и культурные корни. В новом номере журнала «Ирс» на иврите привлекает внимание материал, посвященный горским евреям, их культуре и месту в мультикультуральной палитре Азербайджана. В статье, автором которой является доктор философских наук по истории Сабухи Ахмедов, представлены интересные факты из истории горских евреев, проживающих в знаменитой Красной Слободе Губинского района. Читателям представлены редкие и уникальные фотографии. В предисловии журнала говорится о развитии израильско-азербайджанских отношений и поддержке, которую это дружественное государство оказало нашей стране во время Второй Карабахской войны. В статье «Азербайджанская культура и освобождение Карабаха» министра культуры Анара Керимова говорится о прошлом Карабаха, памятниках древней албанской христианской культуры. В статье под названием «Война и мир» приводится детальный анализ 44-дневной войны. По словам ответственного редактора журнала, руководителя представителя Бакинского международного центра мультикультурализма в Израиле, известного эксперта по международным отношениям Ария Гута, этот номер журнала на иврите будет широко представлен в Израиле. Следует также отметить, что была опубликована статья о туристическом потенциале Азербайджана. Орхан Гасымлы, Сабина Алиева, новости СТВ. Выявлены незаконные действия членов комиссии, фальсифицирующих процедуру назначения степени инвалидности гражданам. В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана завершилось предварительное расследование уголовных дел, возбужденных по фактам фальсификации диагнозов с членами врачебно-консультативных комиссий различных медицинских учреждений в течение 2021 года с целью присвоения отдельным лицам степени инвалидности. Было выявлено, что члены врачебно-консультативной комиссии поликлиники номер 15 города Баку Мехпаря Мамедова и Кёнель Султанова злоупотребляли своими должностными полномочиями. В ходе следствия возникли обоснованные подозрения, что эти лица для назначения инвалидности обратившимся в комиссию лицам намеренно внесли недостоверную информацию об их заболеваниях в официальный электронный информационный ресурс. Тем самым возникли серьезные подозрения в причинении значительного ущерба охраняемым законом интересам государства. Оба должностных лица привлечены к следствию в качестве подозреваемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса, а уголовные дела направлены по назначению в суды. Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и ТАБИП обратились к населению. В совместной информации указанных структур говорится, что в результате активного участия населения в вакцинации в Азербайджане достигнута стабильная эпидемиологическая ситуация. В этой связи структуры здравоохранения призывают граждан, вакцинированных двумя дозами и переболевших по прошествии 6 месяцев, вакцинироваться усиленной бустерной дозой для защиты от распространившегося нового штамма. И учитывая падение иммунитета по истечении этого срока для поднятия на нужный уровень антител. Наряду с вакцинацией следует соблюдать и требования особого карантинного режима. Сохранение физической дистанции, использование масок и гигиена рук – единственный способ защититься от вируса вне зависимости от вида его мутаций и вернуться к нормальному образу жизни, отмечается в сообщении. Синоптики предупредили об изменении погодных условий. Начиная с вечерних часов в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются дожди, которые 14 января перейдут в мокрый снег, а на относительно высоких территориях столицы – в снег. Из-за сильного ветра, сопровождаемого снегом, утром 14 января возможна метель. В ближайшие двое суток сильный ветер, северо-западный ветер сменится на юго-западный, дороги покроются льдом. В связи с ожидаемыми погодными условиями дорожная полиция обратилась к населению и призвала водителей и пешеходов
пешеходов быть предельно осторожными во избежание дорожно-транспортных происшествий и различных неприятных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах. Для предотвращения возможных пробок дорожная полиция будет работать в усиленном режиме. В местах интенсивного движения будут осуществлены соответствующие меры. Бакинское транспортное агентство рекомендует водителям также быть предельно внимательными на спусках и подъемах. К населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности также обратилось Министерство по чрезвычайным ситуациям. В условиях холодной погоды газовыми, электрическими и отопительными приборами пользуются значительно больше, поэтому рекомендуется их использование в соответствии с инструкцией. До 16 января атмосферное давление будет резко повышаться и понижаться, что может неблагоприятно сказаться на здоровье метеочувствительных людей, в особенности страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Уважаемые телезрители, на этом у нас все. Следите за нами на нашем сайте astv.az и в соцсетях. До скорой встречи.